Пати от бабушек. Сегодня в столицу Бурятии прилетели знаменитые бурановские бабушки. Они выступят на юбилее бурятского ансамбля «Старики-разбойники», которому в этом году исполняется 5 лет. Напомню, в 2012-м на международном конкурсе Евровидения в Баку бабушки произвели фурор, исполнив песню «Party for Everybody», где заняли второе место. А 21 сентября бабушки исполнят кавер-хиты группы «Битлз», Виктора Цоя и даже Бориса Гребенщикова. Концерт пройдет на сцене театра оперы и балета в 18:30.